обязан вам показать, что получилось со вчерашних грибов. Это беленькие, замаринованные, где-то целиком, где-то наполовинку, обрезанные. Вот такая большая баночка. Дальше, вот такие красивенькие беленькие грибочки. Опята, которые мы нашли, вот они, маринованные в баночке. Вот небольшие опятки тоже здесь. Еще одна баночка небольшая белых грибов, типа пробничка. Баночка побольше, это белые. Еще больше, тоже белые грибы с чесночком. Сам бы сейчас кушал. Это у нас маховички. Нет, это не маховички, это маховички с маслятами. И это маховички с маслятами, замаринованные. Итого получилось 9 баночек. 9 маринованных баночек. Вернее, 9 баночек маринованных грибов. Через туманы ехали, через мост, который у нас ремонтируют в Томске. В общем, приехали в лес. Сегодня какое? 3 сентября, суббота 2022 года. Лес опять чудесный. На улице, не поверите, всего лишь плюс 4. Вчера опята были. Сегодня заезжал на места, где опята растут. Их уже срезали, то есть ажиотаж полнейший. В общем, смысл какой? В лесу грибочки продолжают идти, но сегодня выходной день, народу немерено. Но, тем не менее, уже первые, скажем так, экземпляры есть, я уже положил в корзинку, а вам хочу показать следующий экземпляр, который вот любезно предоставила нам природа. Лес под Томском. Кто-то здесь до этого копал, искал грибы, здесь искал, здесь. Но вот этот гриб не нашли. Вернее, он в тот момент был, наверное, когда его искали, он был маленьким, но сейчас он подрос. Я его просто забираю. Кстати, вот такое ощущение, что вот здесь тоже есть грибочек. Кто-то вырвал, и посмотрим. Давайте. Да, действительно, вот еще есть беленький маленький боровичок. Вот такие штукенции у нас иногда растут. Очистил их от земли, от грязи, и вот такие смышленыши у меня получились. В конце концов, я вам хочу сказать привет, мои подписчики, привет, гости моего канала. Москва, привет, Америка, привет. Луганск, Донецк, Народные Республики, привет. Украина тоже, привет. Крым, Геленджик, Сочи, Абхазия, Владивосток, Пермь, Урал, Казахстан, Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, Бразилия, Аргентина. Ребята, всем привет. Я хочу, чтобы вы оставались со мной, подписывались на канал. Ну, я надеюсь, что это вас побудит, это видео, потому что это видео должно быть, ну, спокойным, без нервов. Просто ходим по лесу и собираем грибы. Давайте потихонечку, расслабившись, пойдем гулять. Погода, тишина, солнышко, только птички поют. Вслушивайтесь иногда, как они прекрасно поют. Ну, а сейчас пойдем за белыми грибами.
я нашел. То Арсений нашел, теперь я нашел. Кстати, ребята, вы постоянно меня спрашиваете, что я делаю и что значит отвожу белые грибы переростки на участок. Поэтому я вам сейчас расскажу и покажу. Я сейчас как раз нахожусь на участке у себя, строю баню, забегу наперед и скажу, что уже вот сруб поставили, осталось покрыть крышу. Но все впереди, успею, надеюсь, до зимы успею. Итак, что я делаю на участок? Участок, я считаю, не только земля, да, которая под баней и моя территория, а участок имеется в виду, вот есть три сосны у меня здесь, три сосны или даже четыре, вот видите, поляночка такая, да, и вот здесь планируется быть у меня беседка, столик, короче, зона отдыха. И туда я выливаю вот эту жидкость. Это у меня, я вам скажу так, это белые грибы, которые вот я, скажем так, собираю, переросшие. Вон, видите, коричневые. Это шляпки, все вместе со спорами я засовываю в эту бутылку. Прям с ножками, без ножек, как есть. Конечно, они вонючие, но тем не менее. Сюда засовываю, добавляю воды и вот так перемешиваю и трясу. Дальше что я делаю? Приезжаю на участок. Открываю крышку и просто все это содержимое выливаю. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, открываем крышку. И вот, смотрите, шляпка. Шляпка белого гриба. Вон там тоже. И просто здесь вот так беру и поливаю. В одном месте, в другом. Это я делаю в надежде в той, что у меня, возможно, вырастут тут белые грибы. Не знаю, вырастут или нет, я очень надеюсь. А при этом я вам сейчас скажу. У меня уже здесь растет три вида. Я могу вам сейчас продемонстрировать. Три вида грибов. Первое, это благородное, это маслята. Итак, смотрите, у меня растут маслята. Вот они, настоящие маслята. Лесные, не лесные. Их целая тут куча. Но правда, их червячки по-быстрому съедают. Но я надеюсь, вы спорить не будете и подтвердите, что это маслята. Одно время их было очень много, но тем не менее. Вот я вам показываю. Обычный, настоящий масленок. Второй, это вот какие-то поганки. Я не знаю, что это за грибы. Можете написать мне в комментарии, но они растут и растут. Дальше. Еще какой-то гриб. Не знаю, типа мухомора, не мухомора, но какая-то в любом случае поганка. Дальше. Вот еще масленок, но уже переросток, старенький. Еще, ну короче, их было куча. Вот он, вот масленок, вот он вырос, растет. Вот это, нет, это уже какая-то другая поганка, третий вид, вот масленок. Прям очень много. Ребят, прям очень много было. И еще одни, вот эти, не знаю, я сомневаюсь, многие говорят, что это шампиньоны, но я почему-то сомневаюсь. Напишите в комментариях, что это за грибы. Их целая куча у меня. Они как здесь пошли расти, как пошли расти. Вот. Вот что это за гриб? Скажите. Выглядит он вот так, в первоначальной стадии. Вот как шампиньон. Неужели это шампиньон? Не знаю, ребята. Юбочка вроде как есть. Вот много. Он уже переростки, они уже сгнивают. Но при этом я вам покажу. Вот сколько у меня сейчас народилось. Видите, все вот это белое, это, наверное, шампиньоны. Жду от вас, ребят, комментарии, подсказки. Вот какой-то гриб. Тоже я не знаю, что за грибы. Ну, короче,
Их очень много, и я хочу, чтобы до кучи, до этой кучи у меня выросли белые грибы. Поэтому вот так и делаю. Ну все, я вам рассказал, ответил на ваши вопросы, которые вы задавали. Итак, погнали дальше.
еще один хороший боровой гриб. Вот такой вот. Арсений лисички нашел.
Помочь? Давай. Слишком сложно выкручиваться. Вот так в сторону, раз наклоню его, и все. Девочки покушали уже его. Как-то так. Шляпка оторвалась от ножки. Ну так-то без червей. Нету их. Кто-то раздавил буквально, может даже наши гребнички, один достался. Шляпку, ножку, да. Может даже еще рядом где-нибудь есть, можно поискать прямо сейчас. Кто-нибудь видит? Я пока не вижу. Нет, получается два их всего лишь тут рядом и было. Ну, в общем, вот такие. Опа, упал. Прямо у дороги. Вон там дорога. Вот стоянка. И его никто не заметил. И вон туда вход в лес, можно сказать. Почистил, хорошенький. Пока чистил, взглядом нашел еще один маленький боровичок. Два крепыша таких. Недавно только вылез.
косит под шишечку. Так-то он нормальный, но как, ух ты, как это бывает, я вам хотел сказать, что там где один растет, спрятавшийся, а он второй. Так, подходим к нему, смотрим, тоже он вылез, но я его только заметил, вот только-только, хотел показать вам совсем другой. Какой же я хотел показать, а вот, влево, если мы возьмем, вон туда, вон, по мху, и прячется, подползаем к нему. Так, а я вам, похоже, еще покажу. Но это, наверное, будет уже раздавленное. Итак, вот это у нас бочонок сюда отправляется. Вон, смотрите, вроде как шляпка. И его, похоже, кто-то раздавил. Ну, давненько раздавил его кто-то. Да, это белый был. Ладно. Можно еще поискать здесь, как-то рядом. Но пока только что увидел три штучки. Вот они, эти три штучки. Кстати, хочу вам сказать, что солнышко спряталось, и теперь грибы стали заметнее, то есть не сильно рябит, и, соответственно, их лучше видно. Пойду дальше. Помню, в прошлых годах на вот этой полянке находил грибочки. Может, сейчас мне повезет что-нибудь найти. Хотя тут уже ходили. Все без нас, похоже, находили. Повырывали. Так что давайте попробуем. Может, действительно повезет. Пока не вижу. Солнышко то выходит, то заходит. Хорошая погода. Что-то пусто. Пусто после всех грибников получается. Ладно, пойдем дальше. Ребят, вот еще одна полянка. Вернее, не еще одна полянка, а та, про которую я говорил. Та, которая первая была, она не совсем-то... В плане того, что я забыл, как она выглядит. Короче, вот эта палка, ствол дерева, и возле него были грибы. Прям росли. А сейчас пока не вижу. Ух ты, смотрите. Они есть, но один растоптали. Грибочек кто-то растоптал, то есть какие-то слоны в посудной лавке. Так, и вот еще кто-то раздавил, но это давно давленный. В общем, грибочки-то есть, но их уже собрали. Подводим итоги. Это ведерко у нас насобирал Арсений. Попадались ему маховики. Белые грибочки, боровички и лисичек, вы видели, он целую полянку нашел и настриг. Молодец, поздравляем. Дальше. Юля насобирала тоже и беленькие там внизу есть, и маховички, и лисички, и даже маслята. Но у меня чуть-чуть поскромнее. Маховички, беленькие. Вот такие боровички. Тоже маслята где-то попадались и лисички. В общем, на сегодня грибная охота закончилась. Все немножко устали, находились, надышались. Самое главное, надышались чистым воздухом. Подняли друг другу настроение с самого раннего утра, потому что грибов прям очень много. И это тот лес, который нравится всем. В общем, в том числе отдохнули от вчерашнего похода за грибами. И, в общем, если, ребят, вам понравился этот ролик, это видео, то
Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, ставьте лайки, пишите ваши комментарии под этим видео. Ну а я, Иван, канал Юрганов Лайф, прощаюсь с вами до новых встреч и говорю вам пока. И сразу же вечером приготовили грибочки беленькие, мы замариновали вот такими цельными большими лопухами. Где-то наполовинку порезали, а где-то даже целиком. То есть получилось две баночки белых и баночка лисичек. Какие-то были не очень хорошие грибочки. Мы их просто перекрутили на икру. А маховики с маслятами мы раздали.